Мы, конечно, помоложе нам расти, еще расти. Ну и мы мечтаем тоже людям пользу принести. Мы мало раз узнали, получили. Только кажется, порой учителя вы нарочно кое-что не научили, что осталось доучить, додумать нам. Последний звонок в школе и первый во взрослой жизни. 4000 выпускников средней школы Иваново закончили в этот день свое обучение длиной в 11 лет. И теперь они на финишной прямой подготовки к поступлению в вузы. 11 класс был не настолько сложный. Больше был 10, как бы. В 11 уже все расслабились, готовились больше к ЕГЭ, чем учились. Важно учиться хорошо вообще для будущей жизни, вообще для, даже для допуска к ЕГЭ. А так больше упор делать на предметы, которые тебе нужны. Сценарии последних звонков не меняются поколениями. Здесь стихи, песни, танцы и, конечно же, поздравительные и трогательные речи. В зале родители и близкие, для которых выпускники все еще дети. Последний звонок – очень волнительный и трогательный праздник. День прощания с прошлой жизнью, возможность осознать себя и поставить цели на будущее. Это самый главный день в жизни ученика. Он и веселый, и грустный одновременно, потому что мы заканчиваем школу, отправляемся в взрослую жизнь. Готовились мы к этому дню очень-очень долго, очень переживали, и сейчас переживаем, стараемся сделать все как можно лучше. Но радоваться долго у выпускников не получится. Уже в понедельник стартуют первые единые государственные экзамены. Сначала школьники будут сдавать географию и литературу. Дальше выпускные испытания продлятся в течение всего июня. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.